Друзья, добрый день. Рада вас приветствовать на нашем канале «Переезд Краснодара в Краснодарский край». Меня зовут Екатерина Романенко, центр недвижимости «Компромисс». Сегодня мы с вами находимся в одном из ваших любимых мест, в моем тоже в горячем ключе, но в связи с тем, что хорошие дома по адекватной цене, как я говорю, здесь, знаете, бывает крайне сложно, то обзоры, к сожалению, у нас здесь не часто. Но сегодня такой домик у нас здесь имеется. Будем смотреть дом с вами 2007 года постройки на очень хорошей улице, в хорошем месте. Сейчас про инфраструктуру все расскажу. Домик у нас будет 130 квадратных метров на почти 8 сотках земельного участка. Дом с ремонтом, зеленый участок. Стоимость объекта будет составлять 14 миллионов 600. Вполне себе приемлемая, адекватная стоимость именно для горячего ключа. Давайте смотреть. Пройдем с вами по подъездным путям. Дождик прошел. Вот немножко тут лужа у нас есть. Сейчас покажу. У нас до выезда на асфальт вот школьник идет. Там у нас начинается асфальтированная дорога. Ну, в целом, ну, сколько здесь метров? 100, наверное, не больше. Грунтовка подсыпана, щебнем отсыпана дороги. Хорошие подъездные пути. До школы, до детского садика, порядка у нас здесь 1,5 километра. До ближайшего магнита Пятерочки. Хозяйка говорит, не знаю, езжу на машине. На машине порядка 2 минутки. Ну, пешком, значит, это у нас минут 7. Широкие, хорошие придомовые территории. Обратите внимание, что по всей улице у нас все зелено, придомовые ухоженные, нет никаких вот чего-то такого страшного, да, у всех декоративные посадки. В общем, такая улица очень-очень даже приличная, тихая, спокойная. Место здесь на самом деле замечательное. И мы не высоко с вами в горячем ключе, мы вот на въезде в город, поэтому я думаю, что место здесь должно понравиться. Здесь очень комфортно будет для проживания. Ну что, не буду томить. Давайте заходить в дом и осматриваться уже изнутри. Итак, друзья, заходим с вами на участок. Напомню, дом, который смотрим, у нас по документам 2007 года постройки. Дом полностью кирпичный на 8 сотках земельного участка. Давайте смотреть. В классном месте горячего ключа мы сегодня с вами находимся. В шаговой доступности тут и магазины, и школы, детские сады. Ну, в целом, горячий ключ знаю, что любите, но хороших домов в приемлемый бюджет, к сожалению, предложить вам не часто здесь могу. Вот, поэтому домик такой прямо очень уютный и ухоженный. Ну что, как обычно, смотрим с вами земельного участка. Что-то не могу сообразить, куда мне повернуться. Вот давайте-ка вот так. Значит, широкий фасад хороший. Порядка 20 метров по фасаду. Кирпичный забор, входная калитка, откатные автоматические ворота в левую сторону. Для заезда под машину предусмотрено, ну, достаточно большое парковочное место. Залито бетонкой. Давайте посмотрим. Раз, два, три. Внутри машины вполне сюда комфортно зайдут. Есть освещение. Вот такие вот столбики черные с белыми накрутками. Это у нас освещение по участку разведено. Вот здесь с левой стороны расположилась шикарнейшая шелковица. Под ней вот такой вот черный нос. Так это вот улегся, да, беззаботно. И лежит, стесняется. Вот хоть бы голос подал. Молодец какой, да? Так, шелковица, конечно, очень классная, большая, вкусная. Дальше здесь у нас есть абрикос, есть яблоня, есть груша, есть виноград. В целом участок... Хотите, сажайте, хотите, парничок поставьте. Место под баньку можно организовать. Дом у нас удален, да, по посадке на участке к задней стене. И получается, что у нас вся площадь участка, она вот такая красивая, зеленая перед домом. Ну, есть такой небольшой детский спортивный уголок. Тоже давайте посмотрим. Вот такая вот детская лесенка. Справа мы поворачиваем на навес, виноград. Говорю, мы уже, наверное, все тут обнаглели, наелись и винограда, и на Изабелла на сорт. Виноград похож, очень вкусный. Здесь также у нас бетонка, широкая отмостка. И также широкая отмостка здесь у нас за домом. Навес сделан из поля карбонат на металлическом каркасе. Друзья, для тех, кто впервые на нашем канале, напомню, что у нас есть классный телеграм-канал. Если вы на него еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Там важная актуальная информация по рынку недвижимости именно Краснодарского края.
Ссылка сейчас перед вами на экране, также внизу в описании к каждому видео. Мы проходили с вами дверь за велосипедами. Это выход из дома на участок, там через котельное подсобное помещение. Тоже потом пойдем покажу. Давайте обойдем с задней стороны домик. Газ, да, счетчик сюда подведено, подключено. В общем, мысль была такая, чтобы плющом завить весь дом. Но в целом дом подготовлен, ну, построен так, что... Вот смотри, какая зеленая красота с этой стороны. Такой, когда заходишь, такое ощущение, что как сказочный домик, очень красиво. Про дом стала говорить, да? Что касается самого дома, дом у нас по техпаспорту 2007 года постройки. Дом на высоком фундаменте. Смотрите, какие высокие окна у дома, да? Ну, то есть прямо вот на вытянутую руку. Блоки ПГСные, плита, тут можно разглядеть, залито. Ну и далее идет строительство стены. Можно штукатурку по фасаду, можно так оставить. В общем, такой под облицовку фасад подготовлен. Высокое крыльцо, крыша сложная у дома, накрыта металлочерепицей. Вот в таком вот формате. Что касается коммуникации, то все здесь центральное. Газ, свет, вода. Все подведено, подключено. Канализация, септик. Септик, два кольца на 4 куба. Ну что, еще раз участок в другую сторону. Улица, классное соседство. Ну, такое приличное, скажем так, новая полностью улица. Но при этом мы в самом городе, хорошие подъездные пути. Ну и домик такой внутри тоже, как игрушечка. Напомню, стоимость объекта у нас составляет 14 600. Пойдемте смотреть дом. Так, на входе у нас с вами просторная прихожая, почти 5 квадратов. Потолки гипсокартон под покраску, красиво оформленный. Такая шикарная прихожая, плиточка лежит на полу. Там, где у нас плитка, расположился теплый пол. То есть прихожая, кухня и площадь санузла. Пойдем сразу вот сюда, в правую сторону. 11,2 площадь нашей кухни. Знаю точно, что многие хозяйки у меня просят и любят, чтобы кухня была отдельно, с дверью, чтобы ничего не летало, не витало по дому. Да, чтобы здесь приготовили, покушали и пошли дальше уже в гостиную. Вот такая у нас замечательная кухня. Потолок здесь тоже под покраску. Точечные светильники по периметру. Люстра как осветительный прибор. И достаточно вместительный кухонный гарнитур. Все в хорошем состоянии. Окошечки с ламинацией. Да? Батареи везде. Хорошее радиаторное отопление в современном формате. Смотрим с вами дальше. Прямо напротив расположился у нас санузел первого этажа. Тоже большая площадь. Здесь у нас ванная, большая угловая. Давайте смотреть. Стены у нас облицованы кафелем. Потолок также под покраску. Все в идеальнейшем состоянии. Сантехника вся белая. Хороший показатель по воде. Да? Смотрите, чистенькая она какая. В хорошем состоянии у нас вся ванная комната. Давайте в другую сторону перевернемся, чтобы было понятно. Прям дверь на кухню у нас и открыта. Так, ну что, я вам обещала выход в подсобное помещение в котельное. Давайте выходить. Вот сюда мы спускаемся. Коммуникации все спрятались, расположились вот здесь. 5 квадратов площадь. Двухконтурный Вайланд немецкие котлы. Хорошие, мощные, вечные, мне кажется, по своему ресурсу рабочему. Накопитель для воды, фильтры на воду, все, что необходимо. Здесь у нас установлен теплый пол. Вот она, чудо-чудная, 11 квадратных метров. Рай для хозяйки, для хозяина. Смотрите, хорошие стеллажи. Да, такая кладовка, подсобка. Здесь можно еще второй. Давайте в другую сторону встану. Вот стоит холодильник. Да, и вполне себе нормальный проход, ну, 90 сантиметров, метр практически, да, 90 сантиметров между ними остается. Еще можно один такой ярус стеллажей закатать, либо шкаф-купе огромный сюда,
чтобы такую для хранения, для вещей сделать сюда площадь. Ну вот, очень хорошее, важно, нужное, полезное место в доме. Так, с этими помещениями мы с вами закончили. Давайте будем смотреть площадь гостиной. Ну, 30 квадратов, есть 30 квадратов, да, практически полноценная однокомнатная квартира. Ламинат лежит на полу, стены. Здесь у нас обои, есть декоративные ниши под покраску. Красивые потолочки тоже. Давайте в другую сторону посмотрим. И из данного помещения у нас в левую сторону есть первая жилая комната. Комната первого этажа. Пойдемте посмотрим. Тоже светлое и уютное помещение. Ламинат заедино. С ламинатом по первому этажу лежит здесь, в этот же цвет. Стены оклеены обоями. Потолок здесь также под покраску. Давайте в другую сторону повернемся. И посмотрим комнату с вами с другой стороны. Мебель в данном жилом доме остается у нас по согласованию. Поэтому не буду тоже каждый стул-диван показывать. Да, что у нас может остаться. Поэтому уже при просмотре, кого интересует с наполнением, то будем уже с хозяйкой это обсуждать. Поднимаемся на второй этаж. У нас идет шикарная деревянная лестница. Очень удобная. Таким с пологим достаточно шагом. Я думаю, что она подойдет абсолютно всем. И деткам здесь безопасно. И если постарше кто-то, то тоже здесь очень будет удобно. Мы поднимаемся с вами на второй этаж. Ну что, поднялись мы с вами на второй этаж. Давайте осматриваться. Второй этаж был свободной планировки. Сделали две хорошие жилые комнаты с гардеробными. И оставили такую большую свободную площадь холла между помещениями. По ремонту здесь у нас тоже все в порядке. Стены поклеены обоями. Все хорошего качества. Потолочки под покраску. К обоям тоже претензий нет. Ламинат у нас лежит на полу. Лесенка тоже, помните, да, очень удобная была, мы по ней поднимались. Вот она вам, пожалуйста, сверху вниз. Так, по подсобному помещению давайте вот сюда заглянем. Очень удачно, когда все вот эти вот мансардные крыши, да, сейчас вот включим. И вот, пожалуйста, еще тоже кусочек, куда можно спрятать много-много всякой всячины. Посередине расположился сам узел. Давайте его сразу посмотрим. Здесь у нас по планировке на втором этаже детские две комнаты. Ну и, собственно, санузел получается для них, для двоих. Поэтому в целом в доме два санузла, это очень удобно. Стены облицованы кафелем. Здесь у нас тоже все под покраску. Раковина, унитаз, все на месте. Плиточка лежит на полу. Давайте смотреть первую жилую комнату. Справа от меня она расположилась. По площади комната порядка 12 квадратных метров. Это вот чисто жилое помещение. Кроме него еще также используется часть как бы под крышу сюда. Да, тоже очень удобно. Сейчас покажу. Там такое дополнительное место для хранения. Потолок под покраску. Стены, обои. Ламинат лежит на полу. Все в отличном состоянии. Ну, и спортсмен у нас здесь живет. Ну, классные лозунги, когда детям вот прямо с детства, да, они знают, что в них верят, что они могут, и у них тогда нет шансов вырасти успешными. Так, ну вот такое вот дополнительное помещение. И напротив расположилась комната для красавицы. Вот всегда, ну, можно понять, где живут мальчики, где живут девочки. Если котики, то, пожалуйста, девчонки. Комната тогда такая же. Такая же у нас по площади, примерно 12 с небольшим квадратных метров. Ламинат лежит на полу. Очаровательные обои, очень нежные. Потолок под покраску. Везде в доме у нас широкие, хорошие трехстворчатые окна. И здесь у нас тоже есть ниша, куда можно спрятать вещи. Да, ну и, соответственно, в комнате дополнительные какие-то громоздкие шкафы, они у нас не требуются. Ну что, в целом домик мы с вами осмотрели. Давайте подытожим.
Итак, друзья, мы с вами осмотрели целиком и полностью. Надеюсь, объект понравился. Сегодня мы с вами в горячем ключе уже в 60 километрах от Черноморского побережья и в 65 километрах от центра города Краснодара. Если такой объект вам подходит, не забудьте сохранить один номер объекта. Он всегда указан внизу в описании, но и в самом видео. Стоимость объекта, напомню, составляет 14 миллионов 600. Дом классный, правда классный. Приезжайте, смотрите. Не забывайте подписаться на канал, если еще не подписались. Буду вам очень благодарна. Ну и, конечно, благодарю вас за просмотр. С вами я, Екатерина Романенко, Центр недвижимости «Компромисс».